Премьер-министр Армении Никол Пашинян внезапно заявил, что это он, оказывается, предлагал Азербайджану подписать мирный договор. Пашинян выразил удивление тем, что Азербайджан не заметил положительной реакции Армении на предложение подписать мирный договор. «Мы десятки раз говорили об этом. Это не инициатива Азербайджана. Когда мы говорим о необходимости полноценного восстановления переговоров, то наша цель – подписание мирного договора. Этому должна предшествовать работа по согласованию текста мирного договора. Это объемная работа, и мы не отказывались от этой работы. Считаем этот вопрос также нашей повесткой», – заявил Пашинян. По всей видимости, вчерашние боестолкновения убедили главу Армении о том, что попытки дестабилизации мира в регионе могут плачевно обернуться как для Армении, так и для него лично.